Всем привет, друзья! С вами Давуд. Сегодня мы играем игру, которая называется The Last Stand Aftermath. Последняя битва последствия. Эта игра, если вы совсем такие старперы, как я, возможно, вам она звучит знакома. Возможно, вы даже ее играли. Это была игра типа Ява онлайн. На сайте вы заходили и логинились и играли ее. Что-то типа RuneScape. Очень-очень старая и очень корявая и говнючая. И вот сейчас они сделали полный отдельный релиз, какую-то новую игру. Единственное, что я знаю, что это типа симметричный такой RPG, вид сверху. И то, что якобы вы играете каждый раз, не якобы, а вы каждый раз играете за нового персонажа, который смертельно заражен, и ему пизда. И вот что вы сможете выжить в последние дни. Да, естественно, ожидать какого-то глубокого сюжета не стоит. Потерпели неудачу. Хочется пропустить это все, но может здесь что-то интересное будет. Иммунитет. Игра доступна в Steam, кстати. Насколько я понял, выжить вам не получится. Вопрос только в том, сколько вы сможете продержаться. Но я не пробовал эту игру, я даже геймплей так нормально не смотрел. Отзывы неоднозначные, есть положительные. Ну, посмотрим сейчас. Ой, ебать. Что остановилось? Остановились. А, топливо кончилось. Ага, баки пусто. КПС кросс. Предлагаю начать оттуда. Обычно сами КПП... Чё, по-моему, это не... Удачи. Так, сразу замечаем, что звук ебашит не по-детски. Поэтому мы его немножко померфим. Померфим? Понерфим. Да. Мы баба. Это уже настораживает. Автомобиль не требует ремонта. Вот так вот мы целимся. Я играю на геймпаде, сразу скажу. А, это спринт. Синий это стамина. Красненькая это жизнь. Я вас понял. Если у вас эпилепсия, я вам не рекомендую играть в эту игру. Вы видели, да? Это как Gears of War, нахуй. Типа надо попасть... Ебать, это Gears of War! Ближний бой так. Опа. А на свет они реагируют? Звук какой-то голенький немножко. Что? А, это увернулся. Ну-ка. Карманный нож взять. А, тут еще... Патроны взять. Еще что-то? Нет. Наверняка это оно. Пинками! Я сразу запустил! А-а-а! Нахуй! Я пинками запустил! Генератор! Мне кажется, тут я должен умереть.
Да, я понял. Это момент, когда я умру. Да. Это было задумано, я надеюсь. Я пнул генератор 3 раза, и он заработал. Новое начало. Смерть еще не конец. Серьезно? Мир за пределами колонии жесток. Люди будут погибать. В этой камере находятся добровольцы, члены колонии, которые были заражены. Заражены. И приняли решение дать последний бой. Моего хуя с твоей губой. У каждого добровольца с собой определенное снаряжение в зависимости от его прошлого. Больше добровольцев. Почему все капслоком нахуй такой, из которых можно выбирать? Ладно. Клара Хьюз. Хьюмангас. Подожди, она же только что умерла, нахуй, нет? Начало конца. Я не знаю, почему у меня такое хорошее настроение, ребят. Ой-ой. Я сразу скажу, если вы живете в Америке или в Европе, 25 долларов, тем более евро, это, по-моему, не стоит. Привет, что нужно? Я Гектор. Я из DayZ. До свидания, поговорить. Но... Раньше было лучше. Окей. Это что предлагает? Это то, что у нас в рюкзаке. А в магазине, походу, ничего нет. Ладно. Автоматический инъектор для антивирусола. Сколько у меня времени? 3-4 дня. Мутация? Короче, добровольцы ходят за припасами. Что за антивирусол? Скрос произвели достаточно большое его количество и распределяли между солдатами. Он хранят его в дозаторах на территории своих объектов. Станции связи, медицинские пункты, антивирусол является профилактическим средством. Окей, типа тормози. Что за скрос? Короче, местная амбрелла. Короче, все, весь лор уже понятен. Для изготовления нужно объединить 2 предмета. Ну, рецепты... Окей. Не падайте духом. Стена. Ой, блядь. Ребята, это унылое говно какое-то. Что-то забыли? Нет, все ясно. Слушайте, у вас отлично получается.
Что это за поза? Топливомер сломан. На ней стоит маяк. А чем вы занимаетесь? Какая задача у меня? Находите тайник, урубайте на нем маяк. Так, тут есть карта. Передать знания. Это мемориал. Это мужчина? Стример, косплеер и композитор. Фрилансер до апокалипсиса. Короче. Наш город. И моя собака. Иван, дорогой Иван. Мастер Скрапа. Лучший папа, которого можно было просить, хотеть. Мы никогда тебя не забудем. Ну что, ребята? Вот что? А, управлять машиной нельзя. Короче, я думал, на секундочку я задумался, что можно будет как GTA управлять. Ну хуй. В окружающих колонию областях уже собрали почти все, что можно. Но иногда там еще встречаются полезные вещи. Понял, принял. Почему? В одном и том же месте у нас закончилось топливо. Нет топлива. Найти здание Скросс, найти тайник с топливом. Чего? Обыскать контейнер. Кирпич. Ладно. Опа. Шестерня. Шестерня. Пусто. Гадюка. Так, а как? Опа, о. Надето. Патронов нихуя нет. Я не знаю, не стоит собирать кирпичи или загрязненная вода. А есть вес, например. Что это внизу слева? Ноль из одного. Ой, давайте спускаться пока не будем. Карту нету, я так понял. А, вот. А вот. Ну-ка. А, типа... Крафтинг. Как одеть нож? А, ну это получше будет. Ну давайте сейчас спускаемся на эту дырку, нахуй.
А, можно бросаться кирпичом. Ну что, нам... Ой-ой-ой-ой. А их как-то тихо можно будет? Нож, сколько ножов собрал? Можно пнуть. Топливо. Не так уж много, оно весьма плохого качества. Слева внизу. А, понял, вот это топливо внизу. Так, секунду, я засунул батарейку и что дальше? Антивирусов. А это типа как в этом, Days Gone. Доктор, ты там? Неплохо, неплохо. Обращаю внимание на здания с кросс, большинство из них есть дозаторы. Припасы. Он заканчивается? Да, заканчивается. А где инфекция-то сама, я не понял. Вот это фиолетовое рядом с жизнью? Заправить автомобиль, но мне кажется, еще что-то можно поискать, нет? Электроника. Тут пусто. Вроде бы локации, они как бы отдельные, насколько я понял. Бутылка, это хуйня, короче. А подвал было написано, кстати, один из двух комнат. То есть тут есть еще вторая комната где-то. Давайте-ка что, спустимся еще раз, проверим. Или один из двух контейнеров я типа исследовал. Хуй пойми. Ну-ка. О, собачий корм. Патроны для ракетницы. Видите как? Так, чистый автомобиль уехать.
Окей. Первая авеню. Выберите конечный пункт поездки. Рубеж. Домашняя база. Нет. Че, проверим заправочную станцию? Одна единица топлива. У нас их три, так что окей. Лукойл. Короче, оставшийся бензин оказался говном, но достаточно, чтобы недалеко путешествовать. Окей, внизу слева, что это такое, нахуй? Удерживайте ЛТ, чтобы сконцентрироваться. Что находится вокруг вас? Во время боя концентрация также позволяет замедлить время и повысить урон. Окей. Я понял. Что у нее с шеей не так, вы видите это? Ебать там. Ой, ебать. Давай по одному. Ваншотнулся. Пригнуться, да. На нахуй. Ребята, я отвезу нахуй, блять, моя псина меня пугает постоянно. Нихуя не видно, конечно. Так, тут пусто. На нахуй. Ты маленькие дети, что ли? Почему они такие? Там какой-то охуевший зомби, видите, он блестит. Ой, не-не-не. На него выёбываться пока не будем. А если ёбнуть по зомби? Да. Что это было? Давайте по одному их вманивать нахуй просто. А как добить? Добивать нельзя, типа? Лежачих не бьют? Пусто. Он идет отсюда, мразь. Можно супер удар. Как? Настоящие бомжи, мы собираем бутылки. А почему у меня стамина не полная? Вот я не понимаю. Может быть вредно. Давайте покушаем собачку. А, я понял. Ой, там какой-то крутой. Ну нахуй. Образец зараженной крови. Что он делает, я не знаю. Но мы его соберем.
Ну тихо, тихо, вы чё? По одному. Ой, 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 блядь, зачем я это сделал? Я нечаянно вколол в себя. Антидот, антивирус соль, прочность. Отлично. Ну, кулаками нахуй. Так, бутылка это хуйня. А как мне взять оружие? Надеть. Спирт, электроника. Все берем. Взять все. Соль. Изолента. А что я крафтить могу? Рецептов нет. Патроны калибра. Чистая вода. Не, давайте не будем этого делать. А, я понял. Видели, да? Тихо, 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 тихо. Что нахуй? Игра же остановилась, я надеюсь. Пиздец, у меня нож вообще так быстро пользуется. Альбом для рисования. Короче, после смерти они передаются следующему. Становится быстрее. Необходима радиорубка. Ой, ебать, сколько тут этих навыков. Собирать бутылки. А где патроны? Я не знаю просто, где патроны отображаются. Банка, нахуй мне банка не нужна. Почти ничего не весит. Это значит, что типа мало? Или что это значит?
Давайте проверим, что у них тут. Ребята, я Gears of War играл нахуй, дохуя. Дневник. Видите? Полезное. Лом. А как говорится, против лома. Нет приема нахуй! Он немножко поломался. Джо Байден так сказал, типа я тебя за школу, за стенки школы заведу и дам тебе пизды там. Где моя машина? Опа, опа! Хуяк! Доска. Так. О. Где моя машина? Разве я там припарковался? Что за хуйня? Вот, заправочная станция или жилой район. Ну, ребята, вы знаете как? Мне кажется, для первого взгляда достаточно. Если вам понравилось, то мы можем продолжать. А двигатель с топливом. Ну смотрите, неплохая игруля, но опять-таки я не знаю, сколько она стоит в России. Она доступна в Steam, сами смотрите. Я играл это конечно, бразильская игра была полная дерьмище. Это получше будет, но все равно, как бы. Я, по-моему, все, что есть в этой игре, почти что уже увидел. Так что на ваше усмотрение, ребята, спасибо всем. С вами был Давуд. Пока.